Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на водоеме. Сегодня я приехал на озеро. Вот. Ловить буду на штекера 11 метров, возможно, фидер. Ну и одна удочка. Первую рыбку уже поймал, плотвичку. Сразу ее поставил на счет. Давайте посмотрим, что получится. Приятного вам просмотра. Плотва, похоже, сразу подошла на место. Клюет, клюет прям сразу. Не сильно большая, но нормально. Заброс. Пока только плотва. Пока только плотва. Перегрузил поплывок, торчит только кончик, надо, наверное, чуть-чуть груза снять, плохо видно, что рябь еще, теряется поплывок. Следующая рыбка, что вроде покрупнее, хотя, может быть, и нет. Хорошая уж. Жирненькая. Какой-то другой сорт, блин, что ли. Поклевочка. Есть. Плотва вроде успокоилась. Думаю, попробовать и фидер покидать теперь. То с таким тактом поклевок, конечно, нереально было. Сейчас вроде, ну, минут 5 уже тишина. Поклевка. Этот раз какая-то такая, чуть-чуть другая. Аккуратненькая поклевочка.
мелко. Окунь. Хороший окушок. Вообще классно. Опа. Такой разбойник полосатый. Опять кто-то клюнул. Борется еще, блин. Плотвичка. Нет, не плотвичка, густерка. Так. Вот эти разновидность рыбы. Такая маленькая густерка. Один, блин. Опять плотвичка подвесилась. Совсем мелкая даже. Не видно было, что клюет. Не, не плотвичка, густерка. Густерка. Фидер я так и не раскормил. А, если честно, особо им и не занимался. Времени нету. Постоянно занят штекером. Но штекер клюет. В основном, конечно, плотва. Не, ну, интересно. Для первого знакомства с озером. Ну, первый раз. Вообще первый раз. Не то, что там... со штекером или вообще первый раз на озере, в принципе, как бы я должен сказать, что неплохо, мне понравилось. Крупного пока ничего не было, но то, что было, уже интересно. Что нам там попалось? Нет. Подлещик маленький. Мини-бэбик. Мелочь прям хорошо стоит. Вот она стоит. Заводишь только, и она на месте. Почему не подходит более-менее большая рыба? Опять подлещик. Нет, да, опять подлещик. Не совсем такие миниатюрные. Получается очень много. Видишь, большая эта рыба. А что же тут есть? Подлещик. Все меньше и меньше становится. Где твоя мама и папа? Расскажи мне.
вообще малек. Подлещики замучили. В один задний. Сбежал. Большой пауза, опять подлещик маленький. Подлещик, подвичка. И не маленькая. Нормально такая подвичка. Еще одна рыбка. Затишье было. Долго, в принципе. Опять что-то небольшая. Обкусанный хвост, блин. Вся обкусанная. Это густерка. Густерка, это не подлещик. Рыба опять вернулась. Плотвичка. Друзья, ну на этом, я думаю, можно заканчивать. Ну, рыбалка была такая, немного другая, своеобразная. Для первого знакомства с озером, я считаю, результативная. Возможно, выбрали не ту сторону. На южной стороне, может быть, было бы лучше, так как там уже трава поднялась. Здесь вообще нет никакой травы. Ну, по большому счету, в принципе, было бы прикольно. Клевало постоянно, рыба была не крупная, но разная. В принципе, удовольствие получили, а больше-то нам и не надо. Благодарю вас за просмотр, увидимся на водоеме.